Предварительные итоги голосования на выборах главы государства предоставила Центральная избирательная комиссия России. Обработано почти 100% протоколов избирательных комиссий, явка в среднем составляет почти 68%. Среди 8 кандидатов первое место занял Владимир Путин, он набрал 76,67%. Второе место Павел Грудинин, 11,79%. Третье место Владимир Жириновский, 5,66% голосов. Четвертое место у Ксении Собчак. Чак 1,67%. Пятое место Григорий Явлинский, чуть больше 1%. Шестое, седьмое и восьмое места у Бориса Титова, Максима Сурайкина и Сергея Бабурина. Они не смогли набрать и 1% голосов.